Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства администрации Знаурского района приступили к обновлению дорожного полотна в селении Алибар. На состояние дороги сельчане не раз жаловались в местную администрацию. Сейчас в населенном пункте проходят подготовительные работы. При помощи техники коммунальщики выравнивают и расширяют дорогу. Заявление фестивальное, здесь коллективное заявление. График Магаска, Манаштека, уже Алибар Павархолта. В дождливую погоду грунтовую дорогу не раз размывало, создавая затруднения движению автотранспорта. Пешеходам также приходилось добираться до районного центра по грязи. По окончании работ дорога протяженностью более 1 километра будет расширена и обсыпана природным материалом. Планировка дешевая рост. Мы стоим фаста первичка с ТГПС. Мы коток. Мы автомагазки, а шатека нам. На сегодняшний день коммунальными службами из Наурского района благоустроены дороги в села Фарн и Нокау. Алибар фаста шам с тежагинами. Мол, дарлак жагинай бакушистам. Перегон, вахтана, автана. Мы стоим по графику. Вели тергедар. Бакоток амадар розан кава. Зивлета принял фандогдар розинагу, целились фандогдар на розинагу, целились лупомна. Как добавил глава районной администрации, благоустройство сельских дорог осуществляется поэтапно. Анжела Кукоева, Заур Остай, Фатима Гумаритова. Информационный выпуск сегодня.